Пламенный привет, ты на канале Мистера Арманиуса, и добро пожаловать на мой обзор нового обновления для Sims 4, которое вышло 1 декабря 2016 года. В режиме создания персонажа у пришельцев появился свой значок, и теперь вы можете прямо в кассе переключиться на маскировку и изменить ее. Обновили набор праздничный, добавили новые предметы декора, как и в прошлом году. Теперь, продавая предметы в багаже семьи, вы можете менять число продаваемых вещей. Теперь персонажи могут взрывать новые хлопушки, и, возможно, они найдут там что-то интересное. А именно плюшевые игрушки. Вы готовы собрать полную коллекцию? На этом мой обзор подошел к концу. Обязательно вступите в группу ВКонтакте и не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. А с вами был Мустер Армунька. Всем пока!